Ситуация с гриппом не стала намного лучше, но уже выправляется. Так заявили сегодня на брифинге в Минздраве. Порог заболеваемости снизился на 20%. Подтвержденных диагнозов гриппа на сегодня 137. Из них 75 у детей и 21 у беременных. Нынешние вирусы опасны своими осложнениями. Медики продолжают с ними бороться. Сегодня мы за пневмониями следим наиболее пристально, потому что это может быть продолжением гриппа. Поэтому вот здесь уделяем побольше внимания. Наличие антибактериальных препаратов, антибиотиков и не сильных антибиотиков во всех лечебных учреждениях есть, проблем здесь тоже никаких не возникает. Реанимационные койки на всякий случай все развернуты, все работают, тут тоже вопрос нет. Обеспечение дыхательно-наркозным оборудованием в полном объеме в каждом реанимационном отделении, в том числе и детским.